взрослые придумали санчасть детей отдыхать. Я сама просто ложусь, глаза закрываю и засыпаю потом. Даже не представляю, как Оксана Анатольевна приходит. Я считаю, или овечек, или слонят. Ну, на санчасти у нас Миша балуется. Он встает и кричит, а после него все начинают. Когда воспитатель уходит, у нас иногда кидается подушками. Есть такой мальчик Миша и Арсений. Они не спят, а воспитатель думает, что Арсений спит. Я не знаю, что делают воспитатели, потому что я сплю. Бывают дома санчасы, иногда, когда дети болеют, спят они днем. Дома санчасы ночью. Вот когда в садик не ходишь, сразу мама говорит, ложись спать, сейчас в садике санчас. Я маме говорю, я не хочу, потом бац, мама спит, я тоже что-то хочу спать и засыпаю. Взрослым днем спать не надо, только дедушка.